Началась конференция с подведения итогов пятилетней работы и обозначения ключевых задач на ближайшие 5 лет. За отчетный срок подмосковным отделением «Единой России» был осуществлен ряд значимых социально-экономических проектов. Приняты законы, которые обеспечивают решение важных задач региона. Мы являемся опорой президента страны, нашего губернатора по реализации всех значимых проектов, формируем законотворческие инициативы на федеральном и региональном уровне, качественно и по всех системах основных, меняющих жизнь наших людей. Подмосковные единороссы поставили перед собой амбициозную задачу – быть регионом-лидером по организации партийной деятельности и сумели добиться этого результата. Вся агитационно-пропагандистская работа партии заключается в том, чтобы максимально слышать людей, самое главное – не бояться сложных вопросов, общаться с людьми, выходить на контакт и решать вопросы, не забалтывать их. Не забалтывать вопросы, а их решать. Вот это самая лучшая агитационно-пропагандистская работа. Исполнение наказов избирателей – вот на чем будет строиться работа в ближайшие 5 лет. Как сказал президент на съезде «Единой России», не потерять ни одного наказа, дать ответ на каждую просьбу, на вопрос, даже если это, может быть, просьба пока несостоятельная или нереализуемая. Наша задача по всем инициативам отработать, найти решения и постараться все их воплотить в жизнь. На конференции состоялось переизбрание секретаря Московского областного регионального отделения партии. Этот пост сохранил Игорь Брынцалов. В ходе тайного голосования в региональный политический совет «Единой России» был избран глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. По мнению Алексея Петровича, достижение результата возможно только сильной командой. Если в Ленинском округе никаких больших выборных мероприятий в 2022 году не планируется, то есть муниципалитеты, где будут выбираться советы депутатов. Ну а, соответственно, 2023-2024 год, мы понимаем, что это большие выборы, соответственно, губернаторы, президента Российской Федерации. В целом могу отметить, что местному отделению Ленинского округа есть над чем работать, и мы приложим все усилия для того, чтобы, может быть, уже в следующем году быть в лидерах. В режиме видеосвязи к работе конференции Московского областного отделения партии «Единая Россия» подключились председатель Совета депутатов Ленинского округа, руководитель фракции «Единая Россия» Станислав Радченко, депутаты Совета депутатов, члены местного политсовета. Всего в конференции приняли участие 320 делегатов из 57 отделений партии. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».